Если у вас конфликты, даже с самим собой. Как возникают конфликты с собой? Когда ожидаешь от себя чего-то? Я доделаю эту работу сегодня. Но ты не знал, что бабушка приедет. Идешь забирать ее с вокзала и такой: «Твою мать, не доделал!» Говори себе: «Я надеюсь доделать сегодня». А если по какой-то причине не получится, ты не будешь себя ругать за это. Давно надо было закончить, не надо было отвлекаться на всякое. Или надо было записать, что бабушка приедет. Понимаете? Нужно решать свои конфликты. Ведь это конфликт с самим собой. Идти в кино с сестрой, которая приезжает в город раз в год, хотя я не люблю фильмы, которые ей нравятся. Спроси себя, чего я хочу от сестры? Если хочешь сохранить мир в семье, сходи в кино. Придется часок потерпеть. Но если хочешь мира в семье, то принимаешь решение вопреки своим желаниям. Например, мама говорит: «Перед смертью мне было бы так приятно, чтобы ты сходил со мной в церковь хотя бы раз». Но это же всего час. Служба редко длится дольше полутора часов. Говоришь: «Ну, ради ее спокойствия я схожу». Я не говорю не подстраиваться. Подстраивайтесь, если это спасает. Поняли мысль? Если нужно отдать честь, например.